сегодня на финале летнего сезона, друзья, состоится реванш как раз таки между этими бойцами. В прошлом бою победу одержал Чичурин Антон и отправился в Москву для финала всех этапов. А уличный бою Стрелка, где... одержал мечту, друзья. Но сегодня, вновь вернувшись сюда, Барнаул готовится к следующему бою. Хотелось бы рассказать как раз таки об Антоне. Хочет стать профессиональным бойцом ММА, выступая в среднем весе, прозвище Метро. Занимался 2 года армейским рукопашным боем в клубе Легион, рост 180 см, вес 78 кг. Хочет выступать в октагоне. На данный момент у него 6 боев, 5 побед и 1 ничья. Его соперник, Бабарикин Андрей, хочет стать чемпионом Стрелки, прозвище Бобер. Выступает в среднем весе, рост 180 см, вес 83 кг. Сегодня очень круто, что любит спорт. 7 боев, 5 побед, 2 поражения. Ну что ж, друзья, готовы встречать аплодисменты? Реванш! Посмотрим, кто же в этом победе Одержался Чичурин Антон. Друзья, давайте поаплодируем бойцам.
Ну что ж, хотелось бы буквально пару слов услышать от нашего победителя. Андрей, рассказывай, как Москва, как турнир. Тяжело ли дался тебе, был ли там? Хочу поздравить Александра Алинова, вот он. У него сегодня день рождения, с него день писать. Наши друзья, слава победителя! Канал, хочу начать шестого, увидеть сегодняшнего вечера.